Что делать, чтобы купель служила больше 10 лет? Чтобы купель служила долгие годы, вода в ней должна быть всегда холодной. Регулярно производите частичную или полную смену воды, не реже 2-3 раз в неделю. Мыть купель желательно только мягкой губкой, чтобы не стоять защитное покрытие. Зимой сливать воду, если купель стоит на улице, и не сливать воду, если купель деревянная и стоит на жилом помещении. Чтобы заказать эту и другие купели, переходите по ссылке в комментариях.